Если Дед Мороз не идет к люберчанам, то люберчане идут к Деду Морозу. Главный зимний волшебник ждет гостей в городских парках. Здесь открылись его мастерские. Среди первых посетителей одной из сказочных резиденций оказалась наша съемочная группа. Дед Мороз не заставил себя ждать. До Нового года еще несколько недель. Но в мастерской волшебника уже горит свет. Хозяин сказочной резиденции встречает первых гостей. Люберецкие малыши спешат лично рассказать Деду Морозу о своих новогодних желаниях и отрепетировать выразительное чтение стихов. Снег на крыше, на крылечке, солнце в небе голубом. В нашем доме топят печку, в небо дым идет столбом. Главные подарки впереди, но без сюрпризов зимний волшебник не оставит малышей уже сейчас. Для своих гостей Дед Мороз подготовил творческие мастер-классы. Его помощники помогут смастерить новогодние открытки и игрушки на елку. Но и это еще не все. Мастерская – это такой уютный домик, куда всегда можно прийти, отлично провести время, сфотографироваться с Дедом Морозом, естественно, отправить ему и написать здесь же письмо. Это такой дом, где вас всегда ждут. Мастерские Деда Мороза расположились в Центральном и Наташинском парках. Их двери будут открыты каждые выходные и праздничные дни с 12 до 18 часов. Анна Троян, Дарья Борисова и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.